Книга «Открытым оком», тема «Старообрядцы», вопрос 2653, том 12. Как старообрядцам удается передавать веру детям? Ведь их мир влечет с удвоенной силой. Ответ старообрядцев. Мы и сами, когда были детьми, испытывали, как манит, влечет к себе этот мир. Сад, полный запретных плодов. Трудно устоять. Современные дети не привыкли к ограничениям. Особенно чувствуется притяжение со стороны современной техники, плеера, телевизора, компьютера. Наши дети живут в этом мире, ходят в обычные школы, где нельзя избежать этого влияния. Но мы в меру своих сил стараемся их предупредить об опасности. Стараемся их с детства приобщить к церкви, тихому пристанищу для спасения. Конечно, многое зависит от личных качеств человека, но многое и от семьи. Почитание родителей – библейская заповедь. Это важная часть воспитания. Далее Игнатий Тихонович Лапкин комментирует этот ответ. Андриану нужно походить к сектантам и поучиться, как они работают с детьми. Ребенка нужно не с церковью только знакомить, но в первую очередь со Христом, с Библией, и помочь ему приблизиться к совершенству, родиться свыше и жить по святым евангельским заповедям по любви, а не потому, что зачем-то нужно молиться, стоять длинные непонятные богослужения. Зачем это нужно плотскому человеку? Евангелие от Иоанна 3:7. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». 1 Иоанна 5:4-18. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Столько паразитов развелось на моей сторожевой собаке, может это ей прибавить злость, отбивать от недругов атаки. Так и мы поникнем от клещей, блох насобиравшие по сектам, будто мумия, останки от мощей, к смерти приближаемся нередко. Высвети вывести кровососущих трудно, ей самой и деткам не под силу. По рецептам развожу в посуде, добавляю мыло с керосином. И теперь, свободная от мрази, ластится, полезной может быть. Тот не видит, где бельмо без мази, сам давно, быть может, паразит. Сколько разного понатащили в храм, что высасывает силы из народа. Пользы от него нет ни на грамм. Пользы от чего нет ни на грамм, из здорового там делают уродом. В Слове Божием прямые указания, ноги благовестием осветить, место первое священному Писанию. Кто посмел духовно оскопить черные монашеские тучи, высосали лучшее в Египте, тысячами сразу и поштучно, мумиями за стенами гибли. Православие давно на ладан дышит, тянутся паломники к святыням, замурованные наглухо не слышат, согласились с участью скотины. После исповеди снова за грехи,
Столько паразитов предрассудков. Я ли не кричу о том, совсем охрип, проповедовать не готов в любое время суток. 31 января 2005 год. Игнатий Лапкин.